Из Марокко. А, Марокко, окей. Марокко. Okay. Я жил в Франции, в Париже. Yeah, you can speak English. And now I live in Israel, and also a little bit in Paris. And I'm like, I hope everyone is going to have as much fun as I have here. Okay, and is it your first time on Winter Jew? Yeah, it's my first time. Ah, how do you like it? It's your second day. So far, so good. It was really good, like last night, like good atmosphere. Yes, yes. People were very open to conversation, and what I like is that people are not in a rush to go to ski. They relax. Now it's 12, okay, and nobody has started skiing yet. So that's cool. Okay. Yes. Any other questions? Okay. Thank you. Thank You're you. Welcome. Good luck. Нина приехала из Москвы. Okay. Здесь очень круто. Да. Мне первый раз здесь. Нравится. Первый раз здесь. Да. Знаешь, первый раз. Никогда бы не поехала в Карпаты. Спасибо вам. Здорово. Да. Спасибо Тенгизу. Если бы не ты. Если бы не ты, не ты, не ты. Если бы не я. Да. Окей. Софья. София, Москва. Если бы не ты, Тенгиз, меня бы здесь, наверное, и не было. Да я местный. Тебе тоже сноубордик уже местный. Я из Риги, на Карпатах третий раз, второй раз через интервью. Напомни тебя, любой ландшафт. Все классно. Да, что дальше будет только лучше. У меня была вот эта вот красота. Жу, который раз здесь. Чудесно, ребята, очень приятно. Я думаю, что дело все-таки не в Буковеле, а в компании. Да. Да, потому что в Буковель можно приехать в разное время. Да. Чудесно. В камеру. В камеру. Да. Мы собрали очень интересных людей. Ага. За это большое спасибо. Да. Спасибо. Классно. Спасибо. Ну, желаем удачного отдыха. Да, окей, Максим. Всем привет. Меня зовут Максим. Вчера я всем представился. Да. Мы приехали из города Харьков с женой и тремя детьми. Это лайф или? Нет, не лайф. Вот познакомились здесь с замечательными ребятами. Вот Артем из Берлина, например, хороший парень. Сегодня планируем с ним попить пивка, послебать. Вот. Славик приехал с нами из Харькова. Тоже парень хороший, катается неплохо. Будем вместе отдыхать. Сегодня в планах у нас пойти в ночной клуб, попеть песни, отдохнуть, ну и подружиться еще ближе с ребятами. Всем спасибо. До скорых встреч. Hello, I'm Steven. I'm from France originally. I live in New York. I'm in Winter Jew. It's amazing. The weather, the people, everything is great. Yeah. Which time on Winter Jew you are? That's my third time. Third time. Okay. Yes. Okay, and what about you? My name is David, I'm from Paris. I was last year in Winter Jew, so I love it, so I come again. Okay. It's a very nice group with yes. a wonderful person and a lot of deep house in Ukraine slopes. But it's different. Great people, but the best is Tango. Yeah, the best is Tango. And Victoria. No, and Vika. The best is Vika. Сначала нам Клея из славного города Львов. Ступу оставила в гостинице. Он сегодня катается на лыжах, не на метле. Понял. Первый раз здесь? Нет, я тут давно отдыхаю. Нет, наверное, на Winter Jew. Нет, второй. А, второй раз. Второй раз. Ну и как тебе? Давайте еще летом организуем. Летом, да, будет летом. Да, окей, спасибо. Для меня это третий раз, перерывом в 3 года. Я очень люблю, потому что что может быть лучше, чем в феврале, хотел сказать в январе, отправиться в горы, пообщаться с хорошими людьми. Это все. Спасибо. Окей. А, я из Киева, да. Мне было близко. И меня зовут Паша. Мне не надо лететь, да, меня зовут Паша. Да, да. From where did you come? From Israel. Okay. I love winter, it's my third year already. I love the place, I love the people. Okay. And thank you Victoria for everything. Это куда? Моссад или КГБ? Или грузинский КГБ? У тебя сразу акцент появляется. Да, я вообще не слышу. Я вообще не. Да, а он похож, кстати. Я вообще с Грузии, я там родился. Скажи, красивая девушка. Саакашвили вообще не имеет никаких отношений. Красивая девушка. Да нет, будет Карнигуго. Карнигуго. Это акцент. Так, что, я Йосиф, я с Будапешта. Приезжайте. У меня там есть очень вкусный
вкусный. Да, реклама ресторана. Что, ресторан? Да. Ресторан. Израильская, украинская, венгерская кухня. Как называется хумус? Оливковое дерево называется. А, оливковое дерево. Спонсор нашей программы — оливковое дерево. Если в Будапеште, вспомните, я говорил вам про оливковое дерево. Да. Заходите. И спросите Йосифа, владельца. Если он будет в Украине, я всегда рядом, я всегда подъеду, буду рад гостям. Да. Окей, спасибо. Солнечная, а вас как зовут, откуда приехали? Меня зовут Оксана Хана, Днепропетровск, город Днепр, Хана Украина. Камина. А, да. Украина. Я юрист и параллельно работаю в Меноре. Это еврейский культурный центр огромный. Окей, который раз на интервью? Первый. А, первый раз? Да, первый окей. раз. Да. Но сразу несколько участников вас рекомендовали, поэтому я решила ехать. А, ну вот. Они, кстати, не приехали. Да, не доехали. Рекомендуют, не... Нет, но они сказали, что очень классно, и как бы я не жалею, очень классно реально. Да, ну понятно. Хорошо, спасибо вам. Да, Александра, пару слов представьтесь, откуда приехали, как вам в интервью, который раз здесь... Ой, я уже сосчитать не могу, какой раз здесь. Кива приехала. В общем, на этом фестивале. Фестивале? Как? Ну, форум, да. Второй раз. Работа. Вот. В общем, все очень супер. Надо да. главное, чтобы продлить, чтобы он был подольше. Мало очень дней. Okay. И больше лыжников, давайте. Да, больше драйва, лыжного драйва. Да, и все на лыжи переносим, все эти поварские конкурсы, все на лыжи переносим. Окей. Собрались в таком же составе и расширили наш стол, ну, чтобы этот год у каждого из присутствующих был прожит на отлично, чтобы все достигли всего. Всем здоровья, радости, хорошего шаббата. Лекаем.